Какая самая лучшая малина? Ответ очень простой. Это собранная малина. Вот. Но даже и это не вся правда. Самая лучшая малина — это проданная малина. А когда всю малину продали, а необходимо еще один судочек где-то найти, я иду и вот такие перлы нахожу. Так. Это какие-то гиганты просто. Малиновые гиганты. Ладно, сдаю. Сдаю тему. Это Джон Джи. Это родимый Джон Джей. Ну, в принципе, это как бы стандарт верхушки этого сорта. Ягода вся крупная. Вся крупная. И такая как бы урожайная и прикольная. Так. И еще одну покажу. Вот это вот, да, действительно показательное видео. Как можно снять не так, так чтобы камеру без монтажа перевернуть, да? Не вот такую малинку, да, поснимать там. Ну, средненькую. Ну все, собрали уже. Ну, хорошо. О, нашел. Вот такая вот сорт Джон Джей. Такая вообще как-то нерадостно, да? Или вот такая вот. Хорошо. А тут вот Джон Джей, вау, это wonderful. Короче, give me dollar, some dollars, я вам дам этот сорт. Ну, сейчас еще где-то там отметил я это место, иду вот все ж без монтажа, практически в прямом эфире. Я понимаю, что плантация загущенная и все такое. Ну как-то ж можно проходить. Пчелы летают. Я тут иду с этой штуковиной собранной. Вот, пробираюсь. А тут уже как-то уже и повыше все. Вот, я отметил мой кепель. И где-то тут тоже пропустили мы. Это из разряда. Не, тут все собрано. Все собрано. Вообще шикарно, малина, все продано. Да, но это ж мы не показываем, вот. А вот такое, вот. Вот это можно делать такой показательные, как бы, эти съемки, да. Сорт Джон Джей. Джон Джей. Ва, такая крупная, такая урожайная. А еще, как бы, можно сделать, да, две. Так, каких две? Четыре ветки сразу, как бы, совместить, да, и показать сорт малины. Тут она, та особенность этого сорта, она темнеет ягода. Она, если сорвать ее, так, мы сорвем, легко срывается. Она не кислая, она реально сейчас спелая, сладкая. А, ну-ка, дегустирую я вот эти три штучки. Супер. Можно сказать, немного солнца не хватило, но не кислая такая, сладостно приятный вкус. Ну вот так я отснял Джон Джей. Самая классная малина. А вот она, собранная и проданная. А это все рабочие моменты. Где-то крупнее, где-то помельче. Где-то вообще среднее. Это все отлично. Друзья, всем мира, добра. Давайте собираем и радуем всех наших, как бы, покупателей. Пока.